Победитель последнего сезона «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко и его девушка Екатерина вместе вот уже много лет. Поговаривают, что скоро пара планирует свадьбу. Избранница всегда знала об экстрасенсорных способностях возлюбленного. Однако по отношению к Кате мистик никогда не применял магию. Кроме того, нужно понимать, что экстрасенс не всегда находится, скажем так, в работе. Люди считают, что ты все время должен быть колдуном, видишь человека, и тебе тут же приходит информация. Это абсолютно не так. Хорошего специалиста учат закрываться от потока информации. Ты помогаешь, когда необходимо, а не ходишь как цыганка и не предсказываешь людям проклятие или количество будущих детей. Также отмечу, что я никогда не смотрю своих близких людей. Вдруг я увижу то, что не должен был видеть. И зачем мне это? Более того, это вопрос этики. Бывает, я даже клиентам, приходящим ко мне, рассказываю не все, что вижу. Залезать человеку в голову, в душу без его ведома – это нарушение личного пространства. Сейчас будет смешная аналогия, но это, как залезть в чужой телефон, некорректно. В плане отношений я либеральный человек, и ко многим вещам отношусь спокойно, поделился Тимофей. Тимофей Руденко выпустил книгу «Фото». Инстаграм Руденко умеет контактировать с миром мертвых, но не всегда считает нужным рассказывать людям все, что видит. По его мнению, некоторые знания могут причинить клиентам боль. Также в практике Тимофея нет приворотов. Любовь – понятие эфемерное. Я вообще считаю, что это чувство в полной мере существует только между родственниками. Приворот – это ненормальная история, нездоровая. Как человек либеральных ценностей, я убежден, что отношения – это партнерство, добровольный союз двух людей, которые понимают, что им хорошо вместе. Отношения не должны быть вопреки. Кроме того, помните, что после приворота вы получите абсолютно не того человека. Он полностью поменяется. Глобальных последствий не будет, эзотерик возьмет их на себя. Тем не менее, кармическая история будет нехорошей, отметил Руденко. Недавно экстрасенс выпустил книгу «Просветление». Отпускай, прощай, живи. В этой работе Тимофей рассматривает вопросы жизни и смерти, а также делится тем, как сам пережил утрату. У Тимофея умерли родители. Мир тебе, юный странник. Не пугайся, я не желаю тебе зла. Впрочем, в том удивительном и таинственном мире, куда тебе предстоит увлекательное путешествие, нет ни зла, ни добра. Это все человеческие, слишком человеческие категории, как когда-то говорил один из наших гостей. Да, я встречал тысячи и тысячи тебе подобных, и каждый из них реагировал по-разному. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Ты будешь задавать много вопросов про смерть и потусторонний мир, но также про жизнь и мир здешний, в чем-то счастливый, а в чем-то полный страданий. Я постараюсь ответить на каждый. А мои друзья-духи, которые присутствуют здесь повсюду, будут мне в этом помогать, пишет Тимофей в книге. По материалам Woman.ru Class Post 662 298 подписчиков.